Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами одолели гонку на выносливость по Сиэтлу на Лианчи Дельте и заработали, ну хочется надеяться, мега-аппарат, что он не будет козлить и всячески нам мешать выиграть. Но в этой серии мы с вами поедем гонку 300 километров Grand Volley. И вот на вот этом вот красавце Viper GTSR. Гонка эта тоже с ограничением. Это последняя гонка, где у нас будет присутствовать такой параметр, как ограничение по мощности. Все остальные гонки у нас будут проходить без него. Ну и в общем, я... Вот посмотрите на настройки, те, кому интересно, запаузите, в общем, объяснять я особо ничего не буду, я его... Мне его настраивать очень пришлось. Я тут коробку передач ему ужал, ну то есть на разгон его настроил, аэродинамику почти полностью выкрутил на максимум. Ну и немножко с LSD мостами тут я ему, ну так скажем, мощность на разгон немножко убавил, то есть он мягче стал разгоняться у меня. И вот с подвеской немножко поиграл, то есть чуть-чуть его подзадрал, чуть его сделал мягче самого, и он стал гораздо плавнее меня себя вести. Я его поначалу, если честно, я начал на стоковых, так скажем, настройках, даже начал записывать серию, но он себя очень ужасно вел. Сейчас вот ну это я специально ошибся, чтобы посмотреть, что у нас за машины. Сейчас мы их будем по одной обходить и смотреть, что же нам противостоит. Вот Ягуар тут, седан, блин, семейный. Porsche следующий. Ну и в общем, Viper этот вот, он очень нервно себя вел. Конечно, это было не так, как с NSX, ну вы помните, в первой Gran Turismo. Кстати, на этой же гонке. Но что-то близкое. Его не так кидало, но крутило его довольно-таки хорошо. То есть на кочках его, может, так и не подкидывало, но он был довольно нервный все равно в поворотах. И потом я, в общем, выключил эту первую, так скажем, запись. Хотя проехал я на нем... Ну, добрых уже 20 кругов. Вот, и просто потом психанул уже. Вот, и, ну, зашел, в общем, на... Воткнул первый диск, аркадный, как вы знаете, наверное. Ну, а те, кто не знает, вот сейчас говорю, что аркада у нас на первом диске. То есть, вообще, Gran Turismo вторая часть, она на двух дисках. И вот этот вот второй диск, на котором мы сейчас все время играем, проходим его, это чисто карьера. На первом там вот, кстати, мы Вентури обогнали. Вентури нам будет тут противостоять. Интересно. Довольно серьезный аппарат тоже. Ну и в общем, а на первом диске там аркадный режим и те самые, тот самый тайм-триал, про который я говорил. Вот если видите, в правом верхнем углу сейчас у нас есть время, да, рекорд. Так вот, помните, я в одной из серий говорил, что он так-то пустует, эта строчка, и время там зафиксируется и появится только если проехать тайм-триал. Так вот, это время как раз-таки 1.44.249, это время мое на этом же самом вайпере в режиме тайм-триал на первом диске на аркадном. Вот, это я когда настраивал, вот добился такого времени от него. Когда же я поехал не на настроенном вот этом вайпере гонку, я едва-едва выходил из 1.50. И то это было там, проеду 1.49, там 1.48.8, по-моему, у меня был лучший результат. И потом серия кругов, ну просто идет испорченных на смарку. То есть на каждом почти круге меня крутило, очень сложно было его держать. Если это и удавалось, то, ну, скорость терялась. И, ну, это дело, в общем, настройками пофиксить мне удалось. Сейчас он гораздо мне больше нравится, как он себя ведет.
Конечно, добиться, скорее всего, такого же времени здесь не удастся от него. Ну вот, не знаю, посмотрим, кстати говоря. Потому что в гонке все-таки, ну, немножко иная ситуация. И не так все идеально. Даже, по-моему, себя... Даже тут, по-моему, чуть-чуть физика вот меняется. Может быть, это в связи с тем, что тут еще и резина у нас сейчас истирается в гонке на выносливость. Не знаю. Но все равно здесь тоже чувствуется, что он стал гораздо приятнее в управлении, гораздо более предсказуемый. Конечно, тоже машина не подарок. Если вы помните, и в первой Gran Turismo Viper далеко был не плюшевый, и им надо было, ну, прилагать усилия, чтобы его удерживать на трассе. Ну, это, так скажем, его вот фишка. Не знаю, машина действительно сложна в управлении, но почему-то именно в этом она и, ну, привлекательна, что ли. Хотя есть другие машины, которые просто тупо бесят, и на них даже ездить не хочется. Ну вот Viper, он какой-то такой волшебный. Вот, и единственное, что когда я первый раз начинал гонку, он, была эта проблема у него очень ярко выраженная, он жрал буквально-таки резину. Он просто ее жрал в момент. То есть буквально за 10 кругов я ее до красна просто стирал. Не знаю, удалось ли мне пофиксить ее настройками, потому что в тайм-триале там, естественно, резина не стирается. Надеюсь, что да. То есть он сейчас гораздо меньше буксовать стал там, в медленных поворотах. Да, конечно, пробуксовки все равно есть, но тогда он у меня буксовал и на второй, и даже немножко на третий пробуксовывал. Это удалось вылечить, вот уменьшив нагрузку на ведущую ось. То есть, ну, так называемое, как бы, смягчить газ, да? То есть он сейчас, ну, не всю, в общем, нагрузку сразу дает на ведущие колеса. И из-за этого пробуксовка уменьшилась. Это вот с помощью LSD, этого моста, вот LSD настройки, получается, там электроника, видимо, есть, и все это дело там настраивается в менюшке АЗа. Вот, и посмотрим, в общем, удалось ли это дело уменьшить, или это вот именно специфика, ну, конкретной машины, не знаю. Не знаю, как оно будет. Увидим. Если, конечно, пофиксить это не удалось, ну, печально, конечно, будет. Тогда придется делать очень много пит-стопов. Я говорю, раз в 10 кругов заезжать. Ну, даже если так, в принципе, это может нам, ну, интереса, что ли, кого-то добавить. Может быть, хотя вот я сейчас смотрю на наш отрыв от преследователей. И думаю, что даже 10 пит-стопов интриги, наверное, не внесет. Довольно медленные они здесь. Я, если честно, думал, что здесь уже уж машины будут гоночные, но нет. Гонка уже очень серьезная. Да и в первой части она была гонка по грандволи, уже там полностью прокачанные болиды были. Вот так вот. Ну, будет и такое, конечно, случаться. Все-таки машина мощная, заднеприводная, на довольно непростой трассе. Вот. Ну и здесь, получается, вот только Venturi достаточно серьезная. Вот, скорее всего, это она тоже оторвалась от всех. Ну и она, в принципе, от нас отстает довольно-таки серьезно. Так, ну вот сейчас смотрю на резину и вижу, что, скорее всего, пофиксить это сильно не удалось, потому что всего лишь пятый круг заканчивается, а резина уже желтая. Это еще 5 кругов, я думаю, как раз вот она и убьется окончательно. Ну, ладно, это, в принципе, я говорю, тоже ничего тут особо страшного нету. Если даже так. Да, еще был вопрос, вот буквально поступил вчера
от одного из подписчиков по части аркадного режима. Сейчас постараюсь ответить, хотя, если честно, я аркадный режим в Gran Turismo, ой, не включал уже. Если в карьеру я еще там поигрывал так на эмуляторе иногда, ну, не проходил до конца, ну, просто так включал и играл. А, блин, опять закрутило. Ну, резина уже начинает умирать потихоньку. И, кстати, это еще сейчас добьет ее, блин, вот эти вот развороты. В общем, аркадный режим я играл, естественно, вот последний раз, это как раз тогда, когда у меня была первая Сонька, и вот мы с Лехой проходили вторую часть, тогда и проходили полностью аркадный режим, но тонкостей всех я уже не помню, но, значит, как заработать машины S-класса? Да очень просто. Нужно пройти весь аркадный режим полностью, если... там недопонял ты немножко, как это все работает. То есть там есть три сложности, да, в аркадном режиме: easy, normal и difficult, и классы машин, соответственно. Ну, это, в общем-то, как было и в первой части, тут отличий нету. Так вот, чтобы открыть по максимуму все плюшки в аркадном режиме, нужно все гонки, которые там представлены, проходить на сложности difficult, на сложности, ну, hard, в общем, на харде. Вот, кстати, нет, она, по-моему, да, difficult так и называется, ну, то есть сложная. Соответственно, гонки, ну, трассы открываются в аркадном режиме лицензиями, то есть если у тебя лицензии все открыты полностью, ну, то есть пройдены, не обязательно на золото, просто вот они сданы и они есть у тебя открыты все, то, соответственно, в аркадном режиме тоже у тебя будут доступны все трассы. И вот нужно на самой сложной, ну, сложности, простите за тавтологию, пройти все трассы. Соответственно, там открываются новые машины. Машины будут открываться как, ну, внутри классов, так и в раллином режиме. Довольно много машин откроется полностью прокачанных. Вот. И также и S-класс появится. То есть машины S-класса. Ну, о, вот уже на круг обгоняем Jaguar. Ну, если честно, машина совсем что-то... Это даже не гоночная, даже не спортивная. Ты, блин, Jaguar для эстетов, блин. Что, его сюда запихнули? Ну, ладно, не суть. Вот, значит, так, в режиме... в сложном вот этом режиме на самой большой сложности откроются машины S-класса. Ну, если у тебя открылась, как ты говоришь, Renault Clio... первое самое, ну, значит, ты какую-то из трасс просто прошел, за которую дают Renault Clio S-класса. Дерзай, проходи остальные гонки, то есть там, где, там вот есть в меню бонус items, такая строчка, вот туда заходишь, и там все видно, то есть наглядно показано, что за какую трассу даются машины. Там раллийные трассы также представлены, но за них машины не дают. Там просто, ну, тайм-атак такой, так называемый, и все в раллийном режиме. Вот. А так, в принципе, там показано, что даются машины. Ну, то есть справа, если там машинка нарисована, то если ты пройдешь эту трассу, выиграешь ее, то откроется машина. Там, правда, не написано, где она откроется. Ну, поищи, запомни изначально, какие у тебя машины там в аркадном режиме открыты. И все, и после каждой гонки выигранной... Вот, смотрите, что за ерунда с ними творится? Вот во всех эндуранс-соревнованиях они тупят. Да? Вот заметьте, дорогие друзья, что не было ни одной гонки, где бы они еще не тупили. Этот вообще поперек трассы встал, в обратную сторону поехал. Заблудился явно. Видимо, захотел заехать на пит-стоп, но пролетел. Решил отвернуться таким макаром. Вот, так что... ну, надеюсь, я ответил на
твой вопрос. Вот, может быть, кому-то еще это будет интересно. Я почему аркадный режим не стал проходить ни в первой части, ни здесь я его не затрагивал? Ну, потому что Gran Turismo это не про аркаду. Ну, действительно, аркадный режим здесь так, чисто для галочки. Я помню, в аркадный режим мы играли только вот когда ходили еще, ну, будучи пацанами там, в эти вот компьютерные клубы игровые. Там, естественно, когда у тебя 5 рублей в кармане, вот там покупаешь каких-нибудь там, я не знаю, 10-15 минут. Естественно, карьеру ты за это время ничего не пройдешь. А вот в аркаду погонять, как за здрасте. Вот единственное это, где использовалось, наверное. Ну и дома, когда проходил полностью, да, по разу прошел в первой части, да, во второй этот аркадный режим. Ну, в первой он был не такой большой, во второй его тоже, как в общем-то и все здесь, во второй части расширили. Ну, вот так, в общем, надо ездить, проходить. Я как-то катался в аркадном режиме, вот, ну, уже вот сейчас, буквально там, летом ездил. Открыл там пару машин, ну, может, не пару машин, а 4. У меня в S-классе Renault Clio и Vector открыт. 2 машины, то есть. Ну, проходить я его полностью не стал. То есть, если бы я продолжил, я бы, конечно, больше машин открыл. Вот. Так что... Ну, в общем, аркадного режима. Ну, вот, короче, резину убил полностью, блин. Ну, смотрите, она уже красная. Вот. Точно, я говорю, 10-й круг, то есть ничего абсолютно не изменилось. Вот точно так же он жрал резину. Если честно, мне кажется, что по части резины здесь, ну, все-таки это первая Сонька, может, памяти не хватало. То есть какой-то алгоритм заложили, как бы, для каждой конкретной машины, допустим, да. И настройки, по-моему, тут не влияют. Ну, потому что действительно странно, машина... Я говорю, она себя стала вести гораздо более покладисто. По идее, она, ну, хотя бы, ну, на пару кругов должна, там, жрать резину меньше. Сейчас, кстати, в бокс поедем, потому что уже невозможно им управлять. Так что вот, готовьтесь, будем раз в 10 кругов заезжать на пит-стоп. Вот. И, в общем, ну, физика этой игры, видимо, вот так вот не позволяет здесь... настройками уменьшить вот износ резины здесь в гонках на выносливость. Может, конечно, я ошибаюсь, но ну я действительно довольно-таки сильно улучшил управляемость его, но на износе это вообще никак не сказалось. Ну это, по крайней мере, должно было стать заметно, ну хотя бы там пару кругов. То есть я, в общем-то, особо и не ошибался. Ну да, там развернуло пару-тройку раз, но тогда меня вертело вообще, то есть чуть ли не там по 5 раз на круге. Вот, и резина абсолютно так же стерлась. Поэтому, скорее всего, он все-таки не влияет настройки на износ резины. Да, на управляемость очень сильно влияет, конечно. Все это можно, ну, пофиксить. Но вот износ нет. Конечно, напомнило мне это немножко борьбу с NSX из первой части. Вот. Ну и, кстати, интересно, мне самому очень интересно, смогу ли я дотянуться вот до того времени, показанного в тайм-триале. Хотя, если уж быть совсем честным, вот именно это время, 1.44.2, я показал не совсем вот на этих настройках. После них я там еще чуть-чуть менял. Вот, после чего, в общем-то, мне еще больше понравилось, как он себя ведет. Но единственное, что я не смог перебить время предыдущих настроек, но ехал я быстрее все равно. Ну, то есть, по секторам. В принципе, на всех секторах удалось улучшить время, но, скажем так, на разных кругах.
в одном круге не удалось собрать. Вот, так что теоретически эти настройки сейчас даже быстрее позволяют ехать, чем то время, которое показано вот в тайм-триале. Но опять же, надо скидку делать на то, что это все-таки гонка. В гонке обычно рекорды не ставятся. Тем более здесь, как я уже сказал, покрышки стираются, и стираются довольно быстро. То есть реально после пит-стопа есть где-то 3, ну максимум 4 круга, когда можно реально время улучшить. Потом все, резина уже начинает умирать, и там уже просто стараешься доехать до очередного пит-стопа более аккуратненько. Ну как-то так, в общем. Так, ну почти приблизился. Сейчас пока вот 1.46.6 на предыдущем комплекте время. Посмотрим, удастся ли сейчас немножко хотя бы улучшить. Ну вообще, как показывает практика, после каждого пит-стопа хоть немножко, но лучшее время круга улучшается. Так, еще пару слов о машинах, на которых будем проходить дальше. Ну, следующую гонку я буду проходить ночную. Это по Special Stage Route 5. И вот тоже там один из подписчиков отозвался насчет этой гонки. Так как он, в общем-то, один насчет этой гонки высказался. Ну, да и, в общем-то, мое мнение с его мнением совпало, или наоборот, его мнение с моим, в общем, не знаю. Но мы заработали, как вы знаете, на прошлой гонке Ford GT90. И, в общем, я хочу эту гонку ночную пройти на нем, попытаться. Ну, то есть, и он меня попросил. Ну, и я сам, в общем-то, хотел одну из следующих гонок обязательно попробовать пройти на нем. Если честно, я даже не помню, как он управляется. Очень надеюсь, что он будет не монстром, в общем, а довольно-таки покладистой машиной. Это концепт-кар. И действительно, я что-то, когда мы его заработали, забыл об этой фишке. Он же в NFS 2 был. Этот Ford GT90, он там, по-моему, был в высшем классе, класс А машина, там, по-моему, класс А самый мощный. И вот помню этот Need for Speed 2, он у нас, ну, в общем, мы в него рубились в универе на парах по информатике, вот, и когда препод там выходил из аудитории, мы все быстренько включали NFS 2 и по сетке там рубились в него. В принципе, на первом курсе нам препод даже, в общем-то, разрешал в конце занятий порубиться в игруху. И спасибо ему огромное, Александр Сергеевич. Да, вот так у него имя, отчество было, тезкой. Он был полным нашего Александра Сергеевича Пушкина. Мы его, в принципе, естественно, так и звали, Пушкин. Ну, за глаза, естественно. Вот, так что спасибо ему огромное. Мужик он был неплохой. Правда, потом мы обнаглели, и он нам запретил всяческие игры. Но где-то на первое полугодие, да даже не первое, почти весь первый курс, в общем-то, отношения были не испорчены с ним, и он нам вот позволял так, допустим, 2-3 пары, если стоит рядом его, то вот там 1,5-2 пары мы занимались, и пару он отводил, сам уходил свои дела какие-то делать, что-то там писать, заполнять, вот, а мы рубились, единственное, просил не орать слишком сильно,
Вот, и мы иногда МФС врубали, по сети рубали с него, иногда Контру, иногда Half-Life. Чуть не сказал второй, нет, тогда, естественно, это был первый Half-Life. Вот, второй еще тогда не вышел. Ну, прикольно, в общем, было. И вот в Need for Speed как раз-таки в этом, во втором, там есть этот GT90. Как-то я запамятовал. Но спасибо, опять же, одному из моих подписчиков. Напомнил он мне об этой фишке. Приятно вспомнить было эти времена. Вот. Так, ну тем временем время не удалось улучшить на где-то за, как я говорил, эти 3-4 круга, и вот все, резина уже задняя начинает желтеть. В принципе, неплохие времена еще можно показывать на ней, на такой, где-то из 1.50, ну естественно, если не ошибаться. Но рекордные времена уже не поставишь на такой резине. Вот. Так, что еще? А, по этой, по продолжительности времени, ну, то есть внутри игрового и реального, продолжает, в общем, время внутри игры идти быстрее, чем в реальности, и я думаю, здесь мы это ощутим еще гораздо лучше, ну, то есть это очень уже длинная гонка будет. Где-то час 40, час 50, наверное, будем ехать. Вот. И реально время, ну, на Ютубе самой трансляции, оно будет, конечно, по идее, меньше. Ух ты, как он выскочил, блин, с пит-стопа. Вот. Я в настройках полазил своей программы Open Broadcaster, убрал там пропуск кадров, но это ничего не изменило. То есть время внутри игры как шло быстрее, так оно и идет, но на геймплее, как вы видите, это незаметно. То есть сама гонка длится, да и музыка внутри вот сейчас гонки, она играет, ну, нормально, в неускоренном темпе. Поэтому я грешу, если честно, вообще на внутриигровой вот движок, да, то есть, что этот вот именно тайминг в игре немножечко, видимо, не соответствует реальности. То есть, когда ты едешь короткую совсем гонку, там, естественно, это не ощущается, но когда это уже несколько десятков минут, а то и часов, то это становится, конечно, заметно. Там, допустим, ну, не знаю, секунда внутри игры, например, длится не секунду, а там 8 десятых, да? Вот, и поэтому... Ой-ой-ой, блин. Опять тут вылезло окошко у меня. Зараза. Потерял управление машиной. Вынесло. Вот, и, в общем, из-за этого, может быть, получается вот такие нестыковки. Поэтому там... по две десяточки с каждой секунды, вот и набегают целые минуты. В связи с чем хочу вот попросить у тех из вас, дорогие интернет-зрители, у кого есть PlayStation 1, кто имеет возможность запустить Gran Turismo 2 на оригинальном железе, так скажем. Так вот, пожалуйста, если есть такая возможность, протестите, пожалуйста, в игре, в общем, время. Ну, там, не знаю, как-то с секундомером на телефоне, вон, если включить, например, сравнить, проехать какую-нибудь гонку там, более или менее длинную, ну и сравнить, правда ли то, что в игре сам тайминг сбитый. Ну или же действительно это может быть настройки или, ну, фишка эмулятора, может быть. То есть не, даже не программы захвата, да, а именно эмулятора. Может быть, на
компьютере эмулятор чуть-чуть ускоряет время. Ну, в общем, было бы неплохо, если бы кто-то смог такое провернуть. Вот, ну и где-то, вот, допустим, в комментариях написать под этим видео, как там, успешно или неуспешно прошел эксперимент и чем он увенчался, каким результатом. Вот. Так, вот сейчас смотрите, 19 круг, и, по-моему, резина немножко в лучшем состоянии, чем это было на предыдущем отрезке. Или мне кажется. Сейчас посмотрим. Ну, управлять им, конечно, уже сложно, но, по-моему, все-таки получше. Может, все-таки удастся подзатянуть немножко этот отрезок. Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас стоит, в принципе, пару раз буксануть, там развернуться, и все, и резина умрет, в общем-то, полностью. Хотя нет, наверное, все-таки еще один круг надо ехать. Нет, наверное, все-таки так же она стирается. Просто мне показалось. Вот опять Ягуар. Уже на второй круг. Или уже на третий даже его. Обходим. Да, тут у меня новости еще есть о Формуле 1, ну, те, кому неинтересно, могут промотать. Ну, я расскажу, что, в общем, Жека Кнопенко продлил контракт с Маклареном очень долго. Ну, вот на Гран-при Сингапура все ждали, что он вообще объявит о завершении своей карьеры. Я прям был расстроен. Очень сильно думаю, ну как же так? Это вот, если бы он все-таки объявил об этом и завершил свою карьеру по окончании этого года, то это был бы довольно печальный момент. Ну потому что мне он нравится как гонщик, да и как человек он мне нравится. Последние годы я стал за него болеть. И не тогда, когда абсолютно он стал чемпионом мира, нет. А именно вот когда он после этого перешел в Макларен. Я как раз таки, когда он боролся за титул, я болел не за него, а за соперника, за его, за напарника по команде, за Баррикелло. Вот. И за него я не болел. Но когда он перешел в Макларен, и как вы помните, он там, ну вот, ёшкин дрын. Не, все, полностью умерла резина. Все-таки я надеялся, может быть, что удастся чуть-чуть подзатянуть. Не раз в 10, а хотя бы там, может, 12 кругов держаться. Но нет, сейчас поедем на пит-стоп. Потому что все, он абсолютно уже не держит трассу. Даже хуже еще, чем в прошлый раз. На прошлом комплекте. Так вот, когда он перешел в Макларен, значит, и стал бороться там с Хэмилтоном. В общем, все говорили, что куда же ты идешь, мол, парень. Сейчас тебя там Хэмилтон растопчет, разгромит, и ты там будешь где-то там в уголке сидеть тихо, мирно, и так только патрончики ему подносить. Но нет же, ребята, он буквально с первых гонок показал, что не собирается он там в роли второго номера отбывать. И сходу выиграл, я помню, в 2010 году там пару гонок. В общем, ну, на равных боролся с Хэмилтоном, в общем-то, и они провели... так, сколько они провели у нас? 10, 11 и 12 годы, да? Три сезона вместе провели, и все, в общем-то, три сезона они провели достаточно ровно. То есть, по итогам чемпионата они были очень близко. И в 2011 году даже Баттон уделал Хэмилтона, стал вице-чемпионом мира. Вот. Так что вот тогда как раз таки в эру его макларенновскую я начал его уважать.
поменял к нему отношение, и он мне стал напоминать довольно-таки сильно Алена Проста в своей манере вот к подходу, к гонкам, вот к манере пилотирования. Очень он так довольно-таки мягко пилотировал, ну и пилотирует, в общем-то, сейчас. Просто сейчас Макларен в полной жопе, и этого не очень видно. Вот. А Хэмилтон, он как раз-таки такой довольно-таки агрессивный стиль пилотажа исповедует и по сей день. Правда, сейчас, конечно, немножко изменил. То есть сейчас надо резину беречь, и научился он более аккуратно ездить. Вот, и их тогда, помню, сравнивать начали как раз-таки с самой, наверное, колоритной парой пилотов Макларена, да и за всю историю, наверное, Формулы-1, может быть, это как раз-таки вот с Сенной и Простом. Вот, и как раз-таки они, в общем-то, и сами оба болеют, ну, никак не болеют, а являются поклонниками. Хэмилтон всю дорогу говорит, что очень хочет быть похожим на Сенну, вот, и что является кумиром для него Сенна, вот. Ну а Баттон отдавал предпочтение Просту как раз таки. Ну и все его победы в дождь, это, конечно, ну, Баттона имею в виду, это только еще одно доказательство того, что он умеет пилотировать очень мягко, очень четко, то есть, ну, филигранная у него, в общем, техника довольно-таки, и, ну, в общем, дождевые гонки говорят сами за себя. Плюс не только пилотаж, а у него еще есть офигенная чуйка. То есть, как только где-то чуть-чуть дождик накрапывает, где-то чуть-чуть заморосило все, Баттон тут же преображается. И, в общем, во многом все сейчас копируют именно его тактику. Если Баттон поехал на пит-стоп в дождевой гонке, то тоже надо ехать на пит-стоп, значит, уже пора. Там, если он в дождь меняет снова на слик, значит, надо за ним ехать. Пусть даже это кажется, что это совсем нелогично, но ну, на моей памяти не ошибался он. Вот как только дождевая гонка, все, Баттон как будто включается просто. В общем, нравится мне, как он пилотирует. Ну и, в общем, в связи с этим я был очень рад, что он продлил контракт с Маклареном. Вот, и будет он выступать за Макларен, продолжать в 2016. Ну, Алонсо уже был давно продлен. В связи с этим у меня такое ощущение, что особо-то он заканчивать карьеру, наверное, не хотел. Просто либо цену себе набивал, либо договориться не могли с командой. Вот, смотрите, все-таки улучшил на этом комплекте. На прошлом так и не удалось. Чуть-чуть я подобрался к рекорду, но не смог улучшить. А здесь вот сейчас удалось снять больше секунды. Но до рекорда еще чуть больше секунды. Одна и одна. Так что посмотрим, удастся ли еще снять с моего времени и приблизиться к рекорду. Так что вот такие дела. Очень рад я, что Жека Кнопенко, гарный украинский хлопец, будет нас радовать и дальше своими выступлениями. Вот. Надеюсь, что в следующем году Макларен все-таки подтянется к лидерам. Ну или хотя бы начнет выступать на уровне крепких середняков, таких как Force India, Lotus там. Вот, и Honda. Макларен сейчас, конечно, критикует Honda во все, блин, во все горло. Но мне что-то кажется, зря они это делают. То есть они только-только начали сотрудничество. Они что, реально думали, что с первого года Honda придет с абсолютно новой силовой установкой, да при том, что у нее был целый год гандикапа, и начнет, блин, выигрывать сразу? Ну, это
Не думаю я, конечно, что они на это рассчитывали. Конечно, всегда надеешься на лучшее, но здравый смысл-то тоже должен быть. Поэтому, может быть, не рассчитывали, что настолько затяжной кризис будет, что по ходу сезона практически не удастся продвинуться. Ну, ладно, блин. Развернула. Переусердствовал с газом. Ну, в общем, не знаю, настолько ли плоха хондовская установка и настолько ли хорошо шасси Макларена, потому что, в общем-то, Макларен не блистал даже в тех гонках, где, например, у того же Red Bull, у него, ну, так, по сути, те же проблемы, да, то есть движок Renault слабый, на скоростных трассах Red Bull не могут конкурировать с лидерами. Но на тех трассах, где движок не важен, ну, точнее, менее важен, таких как Монако, да, Сингапур там, вот, надеюсь, что вот в Сочи будет что-то подобное. Венгрия, опять же, то там, да, за счет шасси они боролись с лидерами практически на равных. Но что мы видим у Макларена? Они... Что на скоростных трассах, что на среднескоростных, что на медленных, они хоть там, хоть там, хоть сям, везде в жопе. Поэтому я так думаю, что там и шасси-то, в общем-то, говно на самом деле они построили. И с шасси на самом деле у них проблемы уже давно. То есть вот где-то с 13-го года они начали скатываться, в 13-м и 14-м годах они еще выступали на... мерседесовских движках, силовых установках, и все равно у них были довольно серьезные проблемы. То есть у Макларена проблемы уже не первый год, и тут пенять все свои проблемы на Хонду, скидывать, это, ну, удобный лишь такой вот случай. Вот мне интересно, я, если честно, жду, чтобы Honda начала поставлять силовые свои установки еще какой-нибудь команде. Вот, может быть, Заубер. Я думал, что, может быть, Маруся на них перейдет, но как раз-таки буквально вот позавчера Маруся объявила, что с 2016 года переходит на силовые установки Mercedes. Молодцы, красавцы, ну, чуть позже об этом. А вот Заубер, возможно, ну, слухи, по крайней мере, ходили о Хонде, хотя Хонда вроде бы опровергла и сказала, что пока хочет сосредоточиться только на одной команде. С другой стороны, если у них была бы еще одна команда в запасе, это в два раза больше, считай, информации они бы получали. Ну, не знаю, в общем, у них, может быть, какие-то жесткие контрактные обязательства с Макларном. Черт его знает. Ух ты, ничего себе тут. Ребята, у вас что тут, пикник, что ли, на песочке? Что-то, походу, они тут тоже каждый круг вылетают. И вот во втором песочном повороте они тоже, кстати, вылетают. То есть боты здесь тупорылят довольно-таки сильно. Вот. Ну и заканчивая с Макларном, в общем, я думаю, что не так плоха Honda, как малюет ее Макларен. Вот. И вот опять же говорю, в связи с этим мне бы очень-очень хотелось, чтобы Honda начала поставлять еще какой-то команде свои силовики. Вот, ну, посмотрим. Вот. И да, в следующем году у нас дебютирует американская же еще команда Haas F1 Racing. Америкосы наступают. Ну, на самом деле, это всегда хорошо, и это не просто кто-то там с бугра какой-то пришел, бизнесмен воротила, которому захотелось поиграть в Формулу-1. На самом деле, Джин Хаас — это известный человек в Америке, в американских гонках. У него были свои команды и в IRL в свое время, и в NASCAR'е выступает его команда. Ну, в общем, в Америке он довольно славную себе историю там заработал. И вот сейчас он решил в Формулу-1 прорваться. Но
делает это на самом деле, мне нравится, как он взялся за дело, он не стал спешить. У него, в общем-то, была возможность дебютировать еще в этом сезоне, но он специально от этого отказался. Они строят в Великобритании штаб-квартиру, точнее, как строят, построили уже, вот они как раз объявили о дебюте о своем 2014 году, а слухи вообще еще в конце 2013 появились. И вот он несколько лет взял на то, чтобы хорошенько подготовиться к дебюту. То есть, да, основная у него штаб-квартира в Америке, база, но так как по большей части Формула-1 это все-таки европейские автодромы, и, в общем, решили вот они построить с нуля базу в Европе и, в общем, там собирать машины. Сотрудничать Haas будет с Ferrari, то есть Ferrari будет им поставлять силовые установки, коробку передач. Ну, в общем, довольно-таки мощное сотрудничество они там развернули. Ferrari вообще будет им даже и элементы подвески делать. В общем, все, что дозволено регламентом, по регламенту, все будет им делать Ferrari, производить. Да, монокок, да, то есть элементы аэродинамические, шасси, это все на ляжет на Haas F1, но вот все, что дозволено регламентом по части технической, все будет для них производить Ferrari. Ну, на самом деле это тоже неплохо. Понятное дело, что они новички, лишь только дебютируют, и для них это наилучший вариант, то есть сотрудничество с такой мощной командой, как Ferrari. Я думаю, что эта история будет гораздо более надежная, так скажем, чем мы видели вот последние 4 года эти три проекта: Испания, HRT впоследствии, потом Lotus, да, впоследствии Caterham, ну и Маруся, которая сейчас вот Мейнер. Собственно, она одна и осталась. И то едва-едва вот в конце прошлого года спаслась, и в начале этого. А две первые, которые я назвал, их уже не существует. То есть разорились они. Я думаю, с Хасом такого не произойдет, потому что человек гораздо более серьезно подошел к этому делу. Вот. Ну и сотрудничество у него такое более деловое в Формуле 1. И уже даже вот я что про него начал, уже он даже подписал одного гонщика. То есть все, контракт уже подписан. И в следующем году Ромка Грожан будет выступать за Haas. Ну, естественно, в интервью они обе стороны счастливы. Эти счастливы, что команда, в смысле, что завербовала такого достаточно опытного уже и быстрого пилота, что, мол, они были даже удивлены, что получилось его переманить у Лотуса, который, в общем-то, станет заводским Рено снова со следующего года. Так, ну вот опять у нас резина умерла, начинаются вальсы. Доехать бы до боксов. Так вот, первым номером и задавалой ритма будет там Грожан. Вот, второго пилота пока они еще не объявили, ходят слухи о упорной о Гутьерресе. Ну, в общем-то, не беспочвенный, потому что Гутьеррес, он пилот Феррари сейчас, и вполне логично, что одним из условий поставки моторов Феррари это вот то, что они посадят за руль Хааса своего пилота. Может быть, взамен на какую-то скидку там. Может быть. Посмотрим. В принципе, осталось не так долго. Они говорят, что к концу октября они должны уже определиться полностью с составом пилотов. Так, ну заезжаем. Стоп, ой-ой, едва и тут не завертело. Так что к концу сезона у нас все больше и больше вакантных мест занимается. Все меньше и меньше свободных мест. В этой связи немножко странно, что в Red Bull'е того же Рикьярда уже давным-давно продлили, а нашего Даньку все что-то как-то молчат. Хотя вроде бы Хорнер говорит, что доволен им и что не надо беспокоиться.
Но, тем не менее, как-то так немножко тревожно. Да и вообще Red Bull что-то колбасит. Они сейчас вот пытаются с Рено перейти на какие-то другие движки. С Мерседесом, судя по всему, у них не получилось. Мерседес, скорее всего, ну так, если называть своими именами вещи, испугались поставлять свои движки Red Bull, потому что машина у Red Bull и так великолепная, ну шасси имею в виду. А если еще и поставить туда чемпионские Мерседесы, то они сами могут, грубо говоря, себе вырастить непобедимого конкурента. Поэтому с Мерседесом у них не получилось. Сейчас вот они вроде бы как с Феррари договариваются. Если не договорятся, то на Феррари, скорее всего, обе их команды перейдет. И Торо Росса, и собственно, сам Red Bull. Вот. Ну а если не получится и с Феррари договориться, то Матешец сказал, что все, мы уйдем из Формулы-1. В общем, если типа мы не будем бороться за победы, то типа нам и не надо здесь выступать. Мне, если честно, такие высказывания абсолютно не нравятся. Это, ну, каким-то эгоизмом тут попахивает. То есть, вот, если мы выигрываем, значит, то Формула-1 для нас интересна. Как только мы, значит, столкнулись с какими-то маломальскими проблемами, ой, все, Формула-1 для нас неинтересна, мы уходим. Че это, блин, за детский сад такой? Вы такое состояние сколотили за эти чемпионские свои годы, вы, блин, можете в убыток себе выступать еще, наверное, ну, может, не десяток лет, ну, пятеру точно. Вот, видите ли, это. Понятно, что чем больше есть, тем больше хочется, ну, так... Чем он и славен, как бы сам Матешец, что он, ну, до мозга костей весь такой гонщик там. Вот он и австрийский А1 ринг выкупил, привел его в божеский вид и снова вернул в календарь чемпионата мира. Спасибо ему огромное за это. Но вот такие заявления более чем странные, конечно. Может, тут еще пресса, конечно, приукрашивает, нагоняет как бы туч. Может быть, вполне. СМИ могут, это мы знаем. Но если это действительно именно его высказывание и ничего тут не приукрашено, то это очень странно. И мне это очень не нравится. Достаточно посмотреть на такие мега, ну, титанов, да, как там, ну, ту же Феррари. Она вообще с самого начала и по сей день выступает, и у нее что только не было в ее истории. И абсолютный провал, и годы чемпионства безраздельного, и ничего. То есть дух там соперничества в крови и там, я не знаю, с молоком матери впитывается такое понятие, как Феррари и Формула-1. В общем, итальянцы, они сумасшедшие по этой части. Они, возможно, даже и не молоко матери сосут, а топливо. Не удивлюсь, если это так. Вот. И не только Феррари, те же Макларен, Вильямс. То есть команды, которые, тем более, если взять, у них очень тяжелые были годы в их истории, и ничего, продолжили выступать. Достаточно посмотреть на сэра Фрэнка Уильямса. Он вообще, ну, то есть ему вообще памятник надо ставить, что, ну, тем более у него такие проблемы со здоровьем были, в такую аварию попал, но вот нашел все силы вернуться и, как бы, в общем, сколотить такую мощную команду. И до сих пор, в общем, он является независимым подразделением сам себе. Вот, BMW там что-то одно время пыталась сделать из него заводскую команду, и все, на этом, извините, он расторг с ними сотрудничество, не надо. Его команда — это только его команда. Вот, так что в этой связи, вот с этого ракурса, если смотреть, Red Bull тем более мне не нравится. То есть, да, они пришли, сравнительно быстро добились успеха. Что там, получается, они в 2005 у нас дебютировали, а в 2009 они уже всерьез стали бороться за титул. И в 2010, собственно, уже стали. То есть, вот им понадобилось там, ну, 5 или 6 лет, да, чтобы стать в один ряд с топовыми командами и выиграть чемпионский титул.
Так что, ну, в общем, слава глаза застит. Ладно, будем надеяться, что Red Bull не уйдет, потому что если уйдет Red Bull, уйдет сразу две команды. В общем, а у нас и так сейчас проблемы с насыщением стартовой решетки. Вот благо вот в какой-то веке, может быть, если ничего не случится, вернемся к 22 машинам на старте. Чего уже довольно давно не было. И опять же таки вот Маруся Мейнер, она со следующего года все-таки рискует сделать такой решающий шаг и прорвать вот эту вот череду неудач своих. И все-таки, ну, из явных аутсайдеров, ну, что ты такое будешь делать? В общем, из записных аутсайдеров стать более-менее такой средней командой, потому что новое техническое сотрудничество у них будет с компанией Mercedes. Mercedes им будет поставлять полностью силовую установку, коробку передач будет им создавать Williams Technologies. Вот, так что посмотрим. Вот с Ferrari им не удалось. Ну, понятно, этот год у них вообще, блин, надо тоже поаплодировать просто за то, что они на старт выходили и смогли на все гонки, ну, кроме там первых двух, приезжать и даже что-то там как-то машину более-менее модернизировать. То есть вроде бы как ситуация налаживается. Понятно, что в этом году сложно было показывать на прошлогодней резине с на прошлогодней машине с прошлогодней, напоминаю, силовой установкой Ferrari. То есть у них не такой же мотор стоял, как на Зауберах или на самой Ferrari. Это была та неудачная версия прошлого года, очень тяжелая, не очень надежная, вот, и не очень мощная, то есть проблематичный такой получился продукт, и вот он стоял на Марусях в этом году. Тем не менее, они очень так боевито настроены, молодцы, и, видимо, пришел вот человек тоже такой, ну, зараженный, так скажем, автоспортом. Вот, и в этом году они даже титульного спонсора себе подписали. Ну, дай бог налаживается ситуация у Мейнера Маруся. Следующего года, естественно, Маруся у них, скорее всего, из названия вообще исчезнет. В этом году они оставили это название, и шасси у них называлось Маруся, ну, тоже из финансовых, в общем, соображений. Если бы они поменяли полностью название, им бы пришлось платить снова стартовые взносы. А это в их положении, конечно, неприемлемо. Но с следующего года, я думаю, они полностью будут уже называться Мейнером. Но все равно как-то какие-то теплые чувства к ней сохраняются по причине того, что когда-то эта команда была все-таки российской. Поэтому, ну, у меня, по крайней мере, к ней довольно-таки такие теплые чувства. Ну и вообще команда заслуживает уважения, что она вот смогла вернуться. Молодцы. Тем более после такой сложнейшей концовки чемпионата, когда еще и за рулем их машины погиб пилот Жюль Бинки. Так что молодцы. Ну вот, вроде бы все, что хотел, рассказал. Да, кстати, еще тут слухи очень упорные ходили, что Александра Росси в Хаас возьмут, что вот, мол, американский пилот, и сейчас вот он в Маруси до конца сезона доедет, и какого-никакого опыта поднаберется, и, естественно, американская команда вот возьмет американского пилота своего и будет выступать он с горожанами. Но нет, Джин Хаас опроверг эти слухи, и глава команды Гюнтер Штайнер тоже. Сказали они, что нет, не будут они брать Александра, потому что он очень зеленый еще, неопытный новичок, и новичку команде
новички-пилоты не нужны. Ну, то есть это глупо. Им нужен сейчас опыт, опыт и еще раз опыт. То есть им сейчас нужно наращивать информацию, терабайты информации, страз брать из уст пилотов, так скажем. Вот. И второй пилот тоже у них будет не новичок. Ну, если они, конечно, возьмут Гутьерреса, его опытным пилотом сложно назвать. Хотя он сейчас пилот Феррари, выступал, ну, тестером у них и в кузовном чемпионате. Так что опыта поднабрался, в общем-то, и поэтому, ну, более или менее назвать его опытным уже можно. По крайней мере, опыта у него гораздо больше, чем у того же Росси. Вот. Посмотрим, в общем. Еще у нас до конца сезона время есть. Концовка у нас только в конце ноября, так что еще 2 месяца. Еще, я думаю, новостей будет много на этом поприще. Вот, ну и я буду вас держать в курсе событий, стараться в наших с вами трансляциях, в наших с вами прохождениях. Так, ну, тем временем, что у нас тут на трассе? Резина опять умерла. Даст бог, вот 2 круга еще на ней доковыляем. Вайперюга уже начинает козлить достаточно сильно. Да, и кстати, я так смотрю, что, ну, все равно у нас получается ровно 10 кругов на этой резине на каждом комплекте проезжать. В общем, последние 10 кругов я там еще посередине пит-стоп один совершу. Вот, блин, опять урод, а? Лотус. Залез тут. Ну, все время они там, в общем, ошибаются. Кстати, тоже. Так, сейчас договорю по части пит-стопов. В общем, где-то на круге 55-м, наверное, совершу еще один пит-стоп. Не хочу я, потому что финишировать на убитой резине, на вот этих вот ошметках, еле-еле там доковыливать до финиша, непонятно как, чтобы меня там крутило в каждом повороте. Надо финишировать с чувством, с толком, в общем, с расстановкой. На нормальной резине, в хорошем темпе постараться, поэтому последний отрезок я еще разделю, наверное, и вот совершим еще один дополнительный пит-стоп. Ну ладно, это еще будет через 2 комплекта резины. А что хотел еще сказать по части вот наших соперников компьютерных, что в гонках на выносливость они все время у нас ошибаются. То есть, в принципе, настолько критических ошибок в обычных чемпионатах, ну, не замечалось. Да, бывало, что кто-то вылетит, где-то они там бровку зацепят, где-то даже развернет. Но здесь я смотрю, что очень они часто вылетают на таких вот серьезных именно торможениях. Замечено, да, это не только на этой трассе, вот сколько мы уже гонок с вами одолели, и везде у них есть какой-то один или два таких злоключительных для них поворота, где они все время ошибаются. Мне кажется, это тоже огрехи, ну, вот физического движка Гран-Туризма, и мне кажется, их поведение на трассе, вот в этих эндуранс-чемпионатах, оно не скорректировано относительно резины. Скорее всего, они, ну, в общем, едут здесь так же, как они бы ехали просто по грандволю, там, допустим, в обычном чемпионате, там, 2, 3, там, или 5 кругов. То есть там нет параметра износа резины, и они, ну, грубо говоря, лупят там свою полную мощь, как они могут. Здесь же это не прокатывает. То есть, да, после пит-стопа, может, там, круг 2 еще можно на резине, ну, полностью выкладываться, может, 3. Но потом все, она подпроседает, и уже надо немножко корректировать. А, видимо, такого алгоритма у них здесь нету. То есть они
скорее всего, как мне кажется, продолжают ехать, стараются, по крайней мере, в том же темпе, то есть, ну, также выкладываются, также жмут на газ, точки торможения у них особо не смещаются, и поэтому они вот очень часто ошибаются и вылетают. То есть, мне кажется, это не реализм здесь, то, что настолько они ошибаются здесь часто. Вот смотрите, опять, вот осталось буквально 100 метров доехать до боксов, и все, Вайпер окончательно, резина, точнее, его окончательно умерла. Так, ну это, судя по всему, наш предпоследний пит-стоп. Нет, даже не предпоследний. Да, это на 40-м, на 50-м еще раз заедем, еще на 55-м. В общем, еще два будет пит-стопа у нас, как я уже сказал. Ну и, в общем, вот эта фишка, короче, нереализма нифига, то, что они так ошибаются. А просчетов, мне кажется, в движке игры и просчетка разработчиков. Ну, тоже понятно, в общем-то. Видимо, всего тут не учесть. Все-таки это ресурсов довольно мало было в распоряжении Polyphony Digital. И, видимо, как-то памяти на все не хватало. Вот все эти нюансы учесть, все их внести в игру. И как-то с этим вот бороться. Потому что, ну, в дальнейшем-то это дело пофиксили. Ну, то есть, там, в четвертой, по крайней мере, части, я не помню, что в эндуранс-чемпионатах настолько они там ошибались. Вот. Да, и, кстати, вот этот вот рекорд, который... Так мы не можем до него добраться пока. 1.44.2. Он, естественно, в тайм-триале я его ставил тоже на резине медиум. Сейчас мы, как вы могли увидеть, на резине медиум выступаем. Я вообще не представляю, если бы я взял здесь резину софт. Это каждые 3 круга мне, что ли, пришлось бы заезжать. 3, ну может 5. То есть тут бы вообще было 20 пит-стопов на всю гонку. А если бы взял резину хард, ну да, заезжали бы не раз 10 кругов, может где-то раз там 13-14, но на харде уже бы и машина себя, конечно, вела по-другому. Хард, он уже, ну, жесткая резина, а так как машина сама по себе не очень проста в управлении, то на харде, я думаю, проблем было бы с управляемостью гораздо больше. Я сначала попробовал на суперсофте в тайм-триале поехать. Ну, еще на стоковых настройках. Ну, на суперсофте, конечно, он лучше себя вел. Чисто просто из-за того, что механического сцепления с трассой больше, да. Но все равно вот на резине медиум сейчас, но вот с настроенными параметрами, он себя ведет лучше, чем на резине суперсофт, но с теми вот настройками, с которыми он был изначально по дефолту. Так, давайте я, наверное, кружок один помолчу, чтобы можно было полностью один круг послушать звук мотора.
Так, ну вот. Это вы слышали звук мотора Вайпера GTSR. Прикольно, конечно, звучит он тоже. Я уже отмечал, что во второй части разработчики потрудились и переработали звуки моторов. Они гораздо более стали звучать реалистично. Да и разнообразие в них стало больше. Ну плюс добавился прикольный такой звук турбины, свист. Ну правда вот здесь на Вайпере он у нас не турбовый, поэтому этого звука нету, но на турбовых машинах вы могли его замечать. Да, кстати, я тут что-то профукал момент. Мы вот на предыдущем круге, оказывается, рекорд круга обновили. 1.45.1. Уже меньше секунды осталось до абсолютного, так скажем, рекорда, поставленного на тестах на этой трассе. Ну, не знаю, удастся ли дотянуться до рекорда. Все-таки сейчас уже, ну так, приблизился к лимиту, можно сказать. Уже даже и улучшаю. Так, если улучшаю, то всего там на 2-3 десятых. Но может еще и удастся улучшить. Вот я делаю ставку на последний отрезок. Вот. То есть у нас будет два отрезка финальных по 5 кругов получается. Вот может там удастся улучшить. Надо там постараться чуть побольше выжить. Не знаю, что в Вайперюге. Сейчас вот уже опять вот, считай, пятый круг едем на вот этом комплекте, и все, он уже подсел. И максимальных скоростей здесь уже не поставишь. Потому что уже, ну, на газ так не надавишь. То есть в повороте надо меньше скорость держать, чуть позже на газ давить, дабы не ушел в занос Вайперюга. Вот. Мне еще очень интересно, что же нам за машину дадут такую. Сейчас можно помечтать. Хотя особо мечтать тут не приходится. Потому что я нифига не помню, что за... Ну, ё-моё, куда тебя несет? Не помню, что за машины-то вообще. Знаю, что R392 есть во второй части Гран-туризма. Один колсоник, один что-то еще какой-то. Может даже Юнисия Джекс. Вот. Ну, один R390 у нас есть. Он в заводской, так скажем, комплектухе. Он не гоночная его модификация. Мы на нем проходили пару чемпионатов, по-моему, МРовский. Вот. Если помните. И машинка классная. То есть даже она не в гоночной конфигурации. Она очень конкурентоспособная. И может соревноваться с гораздо более мощными машинами, чем сама она есть. Так вот, гоночную модификацию этого R390, ну, одного из этих двух, может быть, дадут здесь. Потом, что у нас еще есть из таких классных тачек, что на ум приходит? Lotus Elise, возможно. Ну, только Lotus Elise не то убожище, которое у нас было, а Lotus Elise GT-шный. Он, по-моему, даже спешл модель в Lotus'ах, черный такой. Вот, может быть, его могут дать. Так, это у нас кто? А, это в Вентуре проходим. Кстати, вот тоже с этой Вентуре, по-моему, всего второй раз мы ее проходим на круг. То есть, например, тот же Ягуар, блин, раз 10 уже обогнали. А вот в Вентуре, по-моему, второй раз все. Также, по-моему, еще
Ну, может, не за этот, но за какой-то из чемпионатов вот на выносливость должны дать Пинзойл. NSX. Да, кстати, NSX тоже могут дать. Пинзойл Sky. Желтый такой, желтой расцветки. Тоже классная машинка. И, ну вот, кстати, NSX. Оговорился я не случайно. Какой-нибудь из NSX, может быть, дадут. Ну, в общем, варианты есть. Посмотрим. Осталось не так долго. В принципе, у нас до очередного пит-стопа еще три круга. И это будет предпоследний пит-стоп. На 50-м, как я уже говорил. И на 55-м будет последний. Дабы последний отрезок разбить, и чтобы на убитой резине вообще не ездить. Чтобы финишировать на свеженькой резинке. Лотус мы тоже уже обгоняли ту его кучу раз. Да, ну и по машинам, которые будем использовать в дальнейшем. В общем, Special Stage R5, как я уже сказал, будем проходить на Ford GT90 в следующей серии. И останется у нас две гонки, да? Если не брать этот вот ночную гонку, это у нас останется 2 часа по Риму и 200 миль по Лагуне Секи. Вот, в общем, на эти две трассы, ну, заявки открыты. В принципе, можете в комментариях оставлять ваши пожелания, что бы вы там такое хотели. Ну, имеется в виду, на чем мне попроходить эти две трассы оставшихся. Ну, как я уже говорил, желательно выбирать из спешл моделей или вот из того, что, ну, из каких-то таких мощных машин. Ну, мощные — это естественно, потому что там чемпионаты без ограничения, там, ну, самые уже лучшие машины представлены, которые есть в Гран-туризмо. То есть туда нужно ехать на самых лучших, самых мощных машинах. То есть, ну, у нас там, в принципе, без дела, что еще стоит. Скайлайны, да, нам понадавали, мы зарабатывали несколько скаев, у нас стоит. Потом NSX, GT1 можно использовать. Ну, потом для ралли вот мы брали две супер мощных машины, Эскудик и Калтус. Вот. Можете что-то вот из них выбрать, можете что-то свое предложить, какую-то спешл модель возьмем тогда, если нету ее у меня сейчас в гараже, ну, купим. Вот, так что предлагайте, постараюсь исполнить. Так, ну что-то в этот раз, по-моему, раньше он резину у нас убил. Сорок девятый круг. Надо еще кружочек продержаться. Да, и тут еще вопрос задавал один из подписчиков, точнее, одна из подписчиц, про Формулу-1. На первой Соньке играл ли кто-то. Ну, от себя отвечу. То есть она это как бы задавала не чисто мне, а вообще всем тем, кто обитает у меня на канале. Вот, ну, отвечу за себя, что да, играл в эту Формулу-1. У меня была Формула-1 2000 года на первую Соньку, и она мне очень сильно нравилась.
ну, так как я поклонник этих гонок, естественно, я ее очень долго хотел приобрести, вот, и с этим связана такая довольно интересная история. В общем, ну, отец знал, что я хочу эту игру, и как раз я ему об этом говорил, что вот купи. И, в общем, на Новый год, на Новый год 2000 года, 2000-го, точнее, на 2001-й, он мне эту игру купил. Вот, но, получается, в один из дней он вернулся с работы, работал он в соседнем городе Находка, и по привычке я, в общем, полез в сумку его разбирать. Нет ли там чего интересного съестного. Ну и, в общем, залез в боковой карман и заметил, что там лежит вожделенный мною диск Формула 1 2000. И понятно, что... А это был то ли вот как раз-таки предновогодний день, там, то ли 31 декабря, то ли 30, сейчас уже точно не помню. Ну, в общем, я... Ну, сдержал, в общем, очень так напрягся, сдержал эмоции свои, не стал там ничего орать, верещать. Диск тоже не вытащил, оставил его в этом кармашке. Ну и, так скажем, предоставил отцу возможность, ну, как он и задумал, так, подарить его мне. То есть не стал портить сюрприз, так скажем. Вот. Ну и потом этот диск оказался под елкой. Ну и, в общем, он таким вот макаром мне его подарил. По-моему, до вечера, да, мне до вечера пришлось подождать. Это, конечно, мучением было, когда произойдет сам момент вручения торжественный. Вот, ну, в итоге, когда дождался, этот диск оказался у меня в руках. Конечно, это как раз были, ну, Новый год, новогодние каникулы школьные. И, в общем, ну, все каникулы я провел за этой игрой. Ну и в последующем, конечно, я в нее играл, но первые, по крайней мере, вот недели я каждый день в нее заигрывался. Естественно, стал чемпионом мира в ней. Мне очень нравилось там... модель повреждений по тем временам, ну, то есть там сейчас, в принципе, если так посмотреть, не так уж и сильно там можно было болид разбить, то есть там отлетали, по сути, только передний спойлер, задний и колеса, ну, можно было, если сильно удариться, отлетали колеса, но там что было прикольно, что можно было пробить покрышку, и тогда там лохмотья отлетали от нее, то есть либо задержаться, если на трассе не заехать на пит-стоп вовремя. Вот, покрышки стирались настолько, что потом лопались. Вот это мне очень нравилось. Вот, помню, я очень много ездил по трассе Интерлагос в Бразилии. Ну, это одна из моих любимых трасс. Вот, ну и я очень часто именно по ней ездил. Стал чемпионом мира в этой формуле, проехал весь сезон. Вот, ну и также мне еще Сузука очень нравится, но тогда она для меня была очень сложной трассой, я постоянно там вылетал, не мог, ну точнее как, конфигурацию запоминал, но все равно она мне как-то не давалась особо, поэтому вот вторая по популярности тогда у меня была трасса, это как раз таки Интерлагос, Бразилия, и вот я в ней зависал много, и под дождем мне нравилось, стоит шлейф, брызг из-под колес, я частенько, ну, одиночные гонки ставил, как бы выбирал сам там погоду, ставил дождь, и вот в дождевую погоду ездил, и там тоже мне очень нравилось, что полностью весь уикенд, то есть там тренировки были, все это, ну, можно было время, конечно, ускорять, но в общем,
прикольно было обставлено. Это была моя первая игра вообще в Формуле 1. Хотя нет, вру, самой первой у меня игрой была на Сеге. Как же она называлась-то? Nigel Mansell's World Champion, по-моему, как-то так. Это вот как раз она, по-моему, вышла на следующий год или в тот же год чемпионства Найджела Мэнселла в 92-м. И вот это была первая моя игра в Формуле 1. И вот после нее в F1 2000 это стало только второй. Так что затер я ее, можно сказать, до дыр. Она у меня потом, кстати, появилась и на компе, эта часть. Там, конечно, графон лучше на компьютере был, чем на PlayStation первом, но вот физика мне там очень сильно не нравилась, и трассы там какие-то очень уж качковатые, блин, такое впечатление, что ну не знаю, там бульдозером по ним прошлись. Она мне не так нравилась. В общем, компьютерная версия как именно вот соневская. А, еще помню, на трассе в Хокенхайме очень много ездил, тоже одна из моих любимых трасс, тогда он еще был в старой своей конфигурации. Вот. Ну и очень мне нравилась она. И вот, кстати, в 2000 году, вот можно сказать, я начал так плотно прям смотреть чемпионат мира. Ну, Формула-1 именно. Записывать гонки как раз на магнитофон, на кассеты эти VHS-овские. И вот я как раз, когда про Баттона так говорил, рассказывал, что контракт он продлил, я там немножко недосказался, что если бы вот он закончил свою карьеру, то это бы последний пилот ушел, который вот в то время еще выступал, в 2000 году. То есть все остальные пилоты, вот когда я начинал смотреть в 2000 году Формулу-1, вот Баттон как раз тогда был дебютантом, зеленым еще 20-летним пацаном. За Вильямс он дебютировал BMW. И вот он тогда дебютировал как раз таки. Всех остальных уже, кто принимал в том чемпионате мира участие, уже нету. Ну, в смысле, закончили свою карьеру, перестали выступать или совсем в гонках, или ну, в Формуле-1 уж точно. Поэтому это был бы довольно печальный момент, но я очень рад, что он продолжит радовать нас своими выступлениями. Жека Кнопенко. Молодец. Он сейчас, кстати, замахивается уже и на 17-й год. Говорит, вот, да, хорошо, 16-й, но в 17-м будут такие классные изменения. Формула-1 опять изменится. Типа, было бы неплохо. Вот, ну, в общем, намекает, что хотелось бы ему еще за Макларен годик-другой поездить. Ну, надеюсь, да, действительно, в 17 году будут опять у нас серьезные преобразования в чемпионате. 16 год, в общем-то, будет практически без изменений в техническом плане. Поэтому, я думаю, в плане результатов, скорее всего, мало что изменится. Имею в виду, что чемпионами, наверное, опять станут Мерседесы. Может быть, борьба, конечно, и обострится. Так, вот как я и говорил, 55-й круг. И давайте вот сейчас сменим снова резину последний раз. И на последние 5 кружков уйдем на абсолютно свежем комплекте. Кстати, рекорд так и не удалось улучшить за эти 5 кругов. Ну вот, постараемся, может, сейчас за последнюю пятерочку что-нибудь выгорит. Так что, да, вот в 16 году, думаю, раз в правилах особых изменений не будет, гегемония, наверное, Mercedes сохранится. Может быть, Ferrari, конечно, к ним еще больше приблизится в следующем году. Может быть, да, вполне вероятно. Или, может быть, Williams тот же. Но глобально, думаю, особо ничего не изменится. То есть, да, может быть, уже так доминировать мерседесовцы не будут, но главенствующую роль все-таки, наверное, будут играть на большинстве все-таки трасс, бороться за победы.
Ну, так как особых тут лазеек нету, чтобы какой-то рывок сделать особый. Пока что. Конечно, все улучшатся, Ferrari работает над своим двигателем. Но и Mercedes не будет также стоять на месте, не надо об этом забывать. Поэтому посмотрим. За Red Bull также будет. Вот, посмотрим, опять же, на какие они движки перейдут. И будет за ними интересно посмотреть. А, да, и, кстати, еще одна новость, опять же, про Формулу-1, что концерн Volkswagen всерьез стал посматривать в сторону Формулы-1 и вроде бы стал развивать формульную программу. И, кстати, не в последнюю очередь заглядывается он на Red Bull. Вот, хотят они дебютировать. Ну, Volkswagen — это громадный концерн, у него куча брендов скуплено. И вот он хочет в Формулу-1, если прийти, то с брендом Audi. То есть под маркой Audi движки поставлять. И говорили они о Red Bull как раз, что было бы неплохо. Правда, они так тоже категорично довольно-таки заявили, что если они будут сотрудничать с Red Bull, то Red Bull для них будет просто спонсором. То есть они хотят из, ну, в общем, заводской команды дебютировать на основе вот типа Red Bull. Ну, не знаю, может быть, да еще в связи с последними заявлениями, что может покинуть Red Bull Формулу-1, чем черт не шутит. Ну, в любом случае, это будет не в следующем году, и даже, скорее всего, и не в 17-м, а скорее где-то году в 2018-м. Вот, поэтому они, слухи ходили о том, что Audi засматривается, присматривается к Формуле-1 еще несколько лет назад, но потом к власти концерна Volkswagen пришел человек, ну, в общем, который не одобряет эту тему, и как-то проект прикрыли. Хотя он довольно серьезно, оказывается, развивался там, уже даже какие-то договоренности были достигнуты предварительные, но потом это все заморозили. Сейчас же этот человек ушел, точнее, ну как ушел, ушел совсем из мира живых, так скажем, он умер, и вот власть опять сменилась. И новое руководство опять возобновило этот проект. Ну и думаю, что если опять ничего не изменится, то они доведут его до ума. Опять же, спешить, наверное, им не стоит. Потому как, ну вот, пример Хонды показателен, что... Хотя, как сказать с другой стороны. Хонда, можно сказать, что и даже наоборот не поспешила, а опоздала, да, на год. Поэтому чем, с другой стороны, дольше ждешь, тем больше гандикапа. То есть у всех соперников гораздо больше опыта появляется, силовые установки улучшаются, дорабатываются, новичкам, соответственно, будет сложнее. Поэтому, может быть, как-то даже лучше... Ух ты, смотрите, 1.45.4, почти дотянулся до лучшего времени. Но вот опять они тут что-то устроили, а, блин. Уж меня тут замотыляло, испугался их. Вот, так что, может быть, Audi не стоит слишком уж, слишком затягивать. Ну, посмотрим, как там, что будет развиваться. Было бы лучше, конечно, тогда, чтобы они вообще тогда с нуля не какую-то команду выкупали, а, ну, еще дополнительный плюс одной командой стали. Раз уж они хотят заводской командой быть. Ну, понятно, им сейчас сложно. Это надо тогда инфраструктуру с нуля создавать. А так, если они выкупят одну из команд существующих Формулы-1, в принципе, достаточно будет сменить только вывеску. Понятное дело, что все сотрудники останутся так или иначе. Весь технический персонал, инженеры. Ну и так гораздо проще дебютировать. Так, ну что же, это у нас 59-й, предпоследний круг идет.
все мы с вами обсудили, многое чего успели о чем поговорить, много о чем я вам рассказал, пытался как-то разнообразить гонку, ну дабы не было слишком скучно смотреть на то, как 60 кругов я тут наматываю. Надеюсь, что вам было интересно, по крайней мере какие-то отдельные хотя бы темы, которые я затрагивал. Вот. Ну и вот зараза. Ну что ты на последнем-то круге так козлишь? Не обошлось без ошибок. Ну, значит, все, не удастся нам улучшить все-таки время. Ну и получается, то время, которое было показано на тестах, так оно и останется лучшим. Лучшее, на что вот я был способен в этих условиях, на этой резине, как бы на этой машине, именно вот в гоночной такой вот обстановке, это приблизиться к этому времени чуть менее чем на секунду. 1:45.1. Ну, в принципе, неплохо, в общем-то. Хотя бы вайпер у меня не так много нервов отнял сейчас, чем это могло бы быть. Ну, что осталось? Последний поворот, выход на стартовую прямую, разгон последний, и все, финиш, победа, победа. Ну вот, заняла у нас гонка это 1:54. Вот смотрите, да, Вентури действительно всего на 2 круга отстала. И она даже от других соперников аж на целых 2, ну и более кругов оторвалась. Ну а Ягуар отстал на целых 9. Вот такой вот вайперюга с внешних камер. Так, ну что же, последние 10 кругов, но здесь у нас, как по обыкновению, нету лучшего круга. Чуть-чуть я смог почти такой же показать, 1:45.4, но перебить так и не смог. Ладно, давайте нам наши призовые. 500 000, о, это да, хорошие деньги. Это, кстати, я вот глянул уже, это самая крупная сумма, больше нам такую сумму нигде не дадут. Ну что же, долго мы с вами гадали, что же нам за машину дадут за этот чемпионат. Сейчас посмотрим, что же нам там такое приготовили разработчики. И смотрим. Ага, вот. А, кстати, о ней я и говорил, да? Про эту машину как раз мы с вами разговаривали, обсуждали. И вот действительно R390 нам здесь дали. LM Edition. Отличная машина. Просто прекрасная. Стоит тоже много. 500 тысяч. Ну, естественно, продавать мы ее не будем. Вот, кстати, эта машина еще одна к списку тому, ну, на каких машинах бы вы хотели, чтобы я участвовал в двух оставшихся гонках. Ну и, в принципе, мировой чемпионат еще нам предстоит. Тоже можете оставлять свои комментарии под этим видео. Ну, что же, на этом давайте распрощаемся. О, кстати, гляньте, ровно 1000 килограмм весит. Ровно, прям, ни больше, ни меньше. Ха, интересно. Так, ну все, на этом тогда прощаемся. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно со мной эти почти 2 часа провести. Кстати, трансляция действительно меньше шла. Так что вот на YouTube сейчас гляните, сколько она в действительности идет. Так что проблема осталась. Ну и, в общем, спасибо вам огромное, что комментируете. Оставляйте свое мнение, мне очень интересно его читать. Вот, продолжайте в том же духе, подписывайтесь, те, кто еще не подписался, ставьте лайки, если вам понравилось. Ну и с вами, как всегда, был Скудер, всем пока-пока, увидимся в следующей серии.